Еще один закон, который нужно знать в связи с посещением кладбища, это то, что нужно помыть руки после того, как вы были на кладбище. Это связано с тем, что на кладбище есть какие-то духовные сущности, и вот таким вот способом мы их с себя убираем. Теперь, откуда у меня эта кружечка? Я сегодня просто окунул в микву новые кружечки. Поэтому у меня она со мной. В принципе, здесь раньше была кружечка для микулатида, для омовения рук. Теперь есть, которую омывают также и лицо. О. В принципе, на кладбище хорошо ходить после того, как вы окунулись в микву. Потому что тем самым вот эти вот духовные сущности к вам меньше прилипают и не будут мешать. Хотя человеку не очень хорошо ходить на кладбище из-за этих духовных сущностей, но родственники и близкие, которых посещают, им от этого приятно. Поэтому в дни, которые дни смерти, ну и в принципе тут здесь вот в России, это когда наступает теплый сезон, чтобы можно было убраться, да, стоит приехать на кладбище. Но вот это, в принципе, и все в дополнение.